Идем дальше. Вот совершаем такой марш-бросок. Небольшой сегодня. Несколько километров пройдемся. По такому, кажется, осеннему лесу. Здесь когда-то военные действия происходили. Сейчас, на самом деле, 4 января. Такая аномальная погода для нашего места. Да, погода выдалась, конечно, прохладная. Ну, я должен совершить этот маршрут. Сейчас мы пройдемся чуть-чуть дальше. Посмотрим, там на горе. Я одно время ставил ловушки для... Там, делал вышку свою. И ставил ловушки для пчел. Сейчас мы туда поднимемся. Пробираться через чащу приходится, очень довольно сложный здесь участок. Так, вот тут, короче, вот, как весной уже, не пролезть мне нигде. Вот обувь у нас такая промокаемая, я же не думал, что будет так все плохо. Нужно вон туда нам попасть, вот туда на горку. Вот туда, смотрите, вот там дерево большое. Вот туда большое дерево, чуть-чуть правее от него нужно. Сейчас попробуем добраться. Кочки такие. Уже практически на месте. Вот эти березки, эти кочки такие уже. О, никто не ходил, ничего, ни живой души. О, снег еще лежит январьский. Ну, я дышу тяжело, идти все-таки неудобно, мокро. Гана, и в то же время кочки. Не тороплюсь, я очень сильно темнеет. Дорога лесная раскисла совсем. Сейчас должен быть мороз вообще-то. Белоруска студень. А этот студень болото. Мне злуховато стало уже за годы. Вон там сейчас покажу свои ловушки. Вот здесь оставил ловушки на пчел. У меня поймался здесь рой, довольно хороший, в этом месте летом, в июле. Сейчас он у меня на пасеке, мед с него даже был в этом году.
этого рая. Вот в этой. Сюда ставится ловушка. Так, хоп. Так ставится. Прожимаешь, чтобы она не выпадала. Очень надежная конструкция. И очень хорошо ловится пчела. Вот так. Места здесь глухие. Всегда было волков много в этом месте. Вот. Поэтому как-то немножко даже страшновато без всего. Видите, такие следы. Следы такие громадные. Так понятно, что не собака бежала. Кто его знает. А мне туда как раз и надо. Вот там одной из сосон моя вышка. Еще в детстве делал. Ну, сейчас попробуем туда сходить. О. Ничего, можно здесь убиться. Ладно, приду на место, сниму. Вот она, прямо в лоб уперся. Смотри, как она стала такой трухлявой. Ё-моё, господи. А было все это, сейчас скажу, сколько лет назад. 17 лет назад делал я. Не обманываю. Еще минус 2. 19 лет. 20 лет почти. 19 лет, да, не без обмана. 19 лет назад я делал эту вышку. Не, сейчас я по ней не повезу. Не-не-не. Что-то здесь, я думал, это дерево. Лесит оно на поворот. Каюком пришло. Здесь такая полянка шикарная была. Все иначе. Круть. Ладно, пора поворачивать обратку. Ну, вот такой вот сегодня маленький заезд получился. Подписываемся на канал. Ставим лайки. Потом, там был такой тест. Тест новой съемки. С моим участием уже. Дальше будет интереснее и больше. Не забываем ставить лайки, писать комментарии и подписываться на канал. До встречи.